Добрый день. 29 января. Приехал на пасеку. У меня уже есть потери. Первые. Две. Минусом. Ну, по своей тупости ничего страшного. Вот. Третья, конечно, она, ну, вообще там, никакая семеечка. Не знаю, я там на одной улочке сидит, и уже, похоже, все съела. Я решил все-таки сейчас прибегнуть своего рода к такой, наверное, к спасению, что ли, этой семьи. Нагрел две рамочки корма. Две рамочки корма нагрел здесь. Вот, и попробую сейчас посмотреть, вам показать с фонариком, как я попытаюсь поставить эти две рамки к ним, может быть, спасу. Тут скорее уже не семью, тут матку скорее. Ну, я не в восторге. От матки. Так, ну-ка, вам видно все будет, надеюсь. Уложиваем канди, они тут уже все обосрались, кажется. Сейчас они сидят на четырех, точнее, на четырех рамках. Но на одной удочке. Ладно, все. Канди холодные. Как убирать? Все, девки. Понятно, что спокойнее. Хорошо вы кушаете, прожорливые вы, девочки, прожорливые вы. Так, я, наверное, вот эту рамочку подвину. Что это, конечно, не семья. Да, рамка сухая, они на последнем издыхании. Что такое? Вот, кажется, кормил всех нормально. Кормил, кажется, все. Ах, ты цапнул. Ну хорошо, слава богу. Ладно, не ворчите. Я понимаю, злые. Злые на меня. Так, нате вам вот сюда рамку. Одну. Цапают. Все. Жрачка вам пришла. Так. Эта рамочка, наверное, все-таки спасет их как-то. Сейчас еще одну вам дам, подождите. Убрать отсюда. Так, вот с кормом. Вот здесь. Сюда вот поставить еще рамочку. Да, сухие. Слушайте, пчела-то есть там немножко. Знаете, вот вам еще тут перги чуть-чуть есть.
крайнюю все-таки вытащу, у них 5 осталось. Так вот, 2 поставил я, ругаются девки. Вот, и я, наверное, вытащу еще одну. Хватит, блин, побили немножко. Вот эту сухую бы вытащить. Нет, тут пчелы много, я не буду вас беспокоить больше. И так, тревожил уж, простите. Рамки чистые поставил, чтобы не засеврывать. Знаете, вам еще и канди до кучи. Да, суховатенько, девки, у вас. Очень суховатенько. Ну, не знаю, ребят, посмотрим. Спасем, не спасем эту семью. Ну, честно говоря, я думал, что здесь пчелы поменьше. Здесь есть чуть-чуть. Вот. Ну, а тут я везде все-таки накрыл крыши. Поставил крыши, обещают. У нас морозы. Интересно, вот здесь на теплый занос. Как будет послушать, посмотреть. Поводнять. Крышу не получится, тут нужно улик тут двигать. Ну-ка, слышно будет, может быть. Должно быть. Да, сидят спокойненько, замечательно. Замечательно. Фух. Ну, а все остальные вот нормально. Ну, по своей глупости, тупости по своей, потерял две семейки, ну, тоже опыт своего рода. Под море, ребята, вот я намел здесь. У меня сколько получилось. Ну, все, пошли отсюда. Вот такие у нас дела. Но я надеюсь, что я все-таки помог им. Кто-то говорит, вот не нужно ездить, не нужно трогать пчел. Ну, а как не трогать? Вот видите, проконтролировал, как говорится, свои ошибки. Свои ошибки и, ну, на будущее теперь. Есть опыт, который не нужно делать. Ну, попробовали, ничего страшного. Лишь бы так все дозимовало, а там нашлепаем их сколько надо. Всем всего доброго, кому было интересно, до свидания. Вон, а у меня еще... О, он летит. Летает. Он летает, сейчас упадет. О, прямо к камере. Фотомодель. Где ты? Вон она. Смотрите, в снег. Снег упала. Ну давай, ты все равно. Все равно ты уже умрешь. Мне хоть пользу принесешь какую-то. Ну, вот так. Всем всего доброго, до свидания, кому было интересно.